Расправа над ветераном труда в Алматы, кем оказался убийца. В ночь с 1 января 2016 года жители частного сектора по улице Казахстанская заметили, что в их доме их соседа, 80-летнего ветерана труда Абди Вильямова, начался пожар. Люди тут же вызвали сотрудников противопожарной службы. Закончив работу в гараже, брандмейстеры обнаружили обгоревшее тело хозяина. Жестокое убийство в новогоднюю ночь. Получившие сообщение, сотрудники следственной оперативной группы прибыли на место чрезвычайного происшествия спустя всего несколько минут. Тело пенсионера обгорело настолько, что его было сложно даже опознать. Но уже при беглом осмотре сыщики поняли, что пожар не был случайностью. В некоторых местах на стенах были обнаружены кровь, а на голове у пенсионера эксперты-криминалисты обнаружили несколько ран, явно нанесенные тяжелым предметом. Опрос местных жителей оперативники начали незамедленно, несмотря на то, что праздник был в самом разгаре. Так, со слов соседей было установлено, что убитый 80-летний Абди Вильямов жил один уже на протяжении 30 лет и особо ни с кем не общался. Даже в Новый год он предпочтел оставаться один, а накануне отказался от предложения сына провести праздник вместе с родными. При этом большинство опрошенных отметили, что пенсионер был человеком осторожным и чужих в дом никогда не пускал. Версия ограбления стала приоритетной. Первые версии были выдвинуты еще на месте преступления, однако впоследствии осталась только одна – пенсионер стал жертвой ограбления. В доме, где всегда царил порядок, на этот раз все было разбросано, перевернута мебель и разбиты полки. Расследование осложнилось тем, что огонь уничтожил все улики. Понять, что похитили преступники, довольно сложно, однако собравшиеся силами, убитые горем родственники сумели составить примерный список того, что забрали налетчики. Они завладели портмоне с деньгами, электроинструментами, бензопилой, охотничьим ружьем, одежды потерпевшего и даже несколькими комплектами нового постельного белья. Но главное, из дома пропали $15 000 США, которые пенсионер копил на протяжении долгого времени. На них он собирался купить новую автомашину. За несколько недель до происшествия он заметил, он даже ездил на авторынок и в автосалоны присматривать и прицениваться к моделям. Теперь оставалось понять, как мог знать о сбережениях пенсионера. Учитывая, что он вел довольно замкнутый образ жизни, круг подозреваемых был небольшим. Первым делом было решено проверить близкое окружение жертвы. Также установили всех ранее подсудимых и судимых за аналогичное преступление, местных наркоманов и алкоголиков. Почти все улики сгорели в пожаре. Несмотря на то, что в пожарном доме пенсионера были уничтожены практически все улики, кое-что сыщики все же раскопали. По квитанциям техосмотра на машину и опросив соседей и родных, полицейские установили, что убитому принадлежала старенькая «Жигули». Однако ни в гараже, ни во дворе авто не было, его сразу же объявили в розыск. Версию о том, что подозреваемые уехали с места преступления на транспорте Абди Вильямова, подтвердили и записи, изъятых с камер видеонаблюдения, установленные по периметру соседских домов. Они зафиксировали, как машина выезжает из ворот, а спустя около 10 минут дом заполыхал. Также следователи установили свидетеля, который случайно увидел, что в салоне отъезжающей машины были двое мужчин. Несколько часов на поимку преступника. Когда утром 1 января сыщики активно работали над раскрытием преступления, в полицию поступило сообщение о том, что на одной из алматинских улиц по вине водителя автомашины ВАЗ-2104 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Сразу после столкновения с тремя иномарками, сидевший за рулем «Жигулей» мужчина пытался скрыться, но был задержан проезжающим мимо полицейским нарядом. Как выяснилось, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Личность задержанного удалось быстро установить. Им оказался 37-летний Тайфур Шакиров. В момент аварии в салоне похищенный у Абди Вильямова виновник был один. По его словам, своего попутчика он высадил незадолго до ДТП на проспекте Сейфуллина. При досмотре Шакирова патрульные обнаружили в одном из карманов крупную сумму денег. Их происхождение внятно он объяснить не мог.
на ходу придумав легенду о том, что подвозил пассажира, который рассчитывался с ним пачкой денег. Уже в полицейском участке мужчина продолжил ломать комедию, дерзил и жаловался на беспредел, но ровно до тех пор, пока ему не предъявили вещи, похищенные у убитого пенсионера. Понимание, что отпираться дальше бессмысленно, он потребовал предъявить ему адвоката и начал давать показания. Убийца жил по соседству. Личность Тайфура Шакирова и раньше была знакома полицейским. Ранее он был уже судим за наркопреступление и кражу. После освобождения мужчина так и не нашел постоянного места работы, а потому перебивался случайными заработками, помогая соседям и знакомым по хозяйству. Не устроил Тайфура и собственную личную жизнь, проживая с матерью и семьей брата в доме, который находился рядом с домом убитого Абди Вильямова. Следственные действия на месте преступления проводил в тот же день, 1 января. Увидев это, вокруг собрались все соседи убитого пенсионера, и никто не мог поверить в то, что преступником был Шакиров. Ведь он всю жизнь был знаком с Абди Вильясовым. Пенсионер доверял мужчине, которого знал с детства. Тем более накануне праздника потерпевший и его будущий палач договорились, что после Нового года Тайфур поможет ему починить ворота, так как обладает навыками сварщика. А еще Шакиров рассказал, что неоднократно слышал от Вильямова о том, что тот собирается купить новую машину. Мало того, помогая по хозяйству, он видел, что сосед человек зажиточный и в доме есть чем похвастаться. Рассказ задержанного никто не оставил равнодушным. Он не только признался в убийстве, но и в мельчайших деталях описал, как расправлялся со своей жертвой. Не хотел возвращаться в тюрьму. В роковую ночь, выйдя после празднования с родными из дома, Шакиров заметил, что Вильямов провожает своего соседа, который захотел поздравить пенсионера. Дождавшись, когда гость уйдет вместе со своим подельником, он проник во двор. Однако бдительный хозяин заметил посторонних. И когда они проходили мимо гаража, резко открыл одну из створок ворот и посветил им фонариком в лицо. Возможно, изначально Шакиров не собирался убивать Абди Вильямова, но, боясь быть опознанным и вновь попасть с места заключения, решил пойти на крайние меры. Одним ударом он сбил пенсионера с ног. Несмотря на преклонный возраст, хозяин дома был физически крепок. Человек и стал сопротивляться. Но силы оказались неравны. Теперь Шакиров был уверен, что на 100%, что в живых свидетеля оставлять нельзя. Пока нападавший искал, чем добить потерпевшего, тот пытался сбежать и угнать машину из гаража. Но нащупав в темноте увесистую палку, преступник схватил хозяина дома за ворота свитера и несколько раз со всей силы ударил его по голове. По словам Шакиров, уже через 3-4 минуты Абди Вильямов перестал дышать. Дом убитого пенсионера Шакиров с подельником обыскивать не спеша и собрали все, что и по их мнению представляло ценность. Уложив вещи в багажник «Жигулей» пенсионера, они выгнали их из дома, из гаража и решили замести следы преступления, зная, что внутри хранятся канистры с бензином. Тайфур поджег газету, бросил внутрь, закрыл створку, после чего вместе с напарником скрылся с места происшествия на авто Вильямова за решетку на долгие годы. Согласно материалам уголовного дела, у Тайфура Шакирова действительно был сообщник, однако он вышел из машины незадолго до задержания и сумел затеряться. Установить его личность полицейские так и не смогли. Возможно, Шакиров и вправду был с ним едва знаком, а возможно, осознанно скрывал, кто он, чтобы избежать более сурового наказания за ограбление и убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд учел все доказательства, собранные сыщником в процессе расследования, в итоге Тайфура Шакирова приговорили к 17 годам лишения свободы.